Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотел видео посвятить небольшому такому обзору. Природный камень мы заказчик купил, чтобы мы положили. Вот этот камень, он уникален тем, что он не отливался, что он не изготавливался, ну точнее изготавливался, но из на природной основе. То есть каждый отдельный элемент в этом камне, он опиливался из разной породы камня. И гранит, и песчаные породы, вот, скалистые породы. То есть здесь видно, что разный вид камня. И все это собиралось воедино с помощью клея. Здесь вот аккуратно заклеено. Вот здесь видно с изнаночной стороны этот клей немного вышел. Вот где-то просвечивается. Ну, то есть видно, что он собирался как по сегментам, прессовался, обрабатывался и потом вот с помощью таких уже панелей это конечный результат продукта уже выпускается. Вот, видно разные цвета из-за того, что он природный. Здесь видно посветлее, здесь видно потемнее. Вот здесь вот он даже раскололся. Вот здесь хорошо можно увидеть в срезе природность материала. Сейчас резкость наведу. Ну, видно, вот эта слюда какая-то, порода такая. Не гранита наподобие. Вот. Следующий вот как обычный бутовый камень распиленный. Вот. Известняк. Ну, так интересно, конечно, смотрится. Не знаю, конечно, в работе это будет посложнее, потому что камень природный всегда сложнее обрабатывать. Его надо будет пилить болгаркой. Особенно тяжело будет, это когда мы будем делать углы. То есть мы будем колонны обкладывать и будем вход на балкон обкладывать этим камнем, то есть обрамлять углы. Как раз самая такая сложная работа. Это нужно будет подрезать под 45 градусов, видимо, потому что мы еще надеялись, что будут у нас углы какие-то переходные, уже готовые 90 градусов. Но их не было. Поэтому придется помучиться, я так думаю. Вот. Сейчас покажу, в каких упаковках он изготавливается. Вот упаковки. Видно здесь размер у них 150 на 60. То есть 15 сантиметров высота и 60 длина. Толщина идет 1,5-2 сантиметра. 7 штук в каждой упаковке по 0,63 квадратных метра в одной упаковке. Вот. И с какого сайта, если что, заказать? Кафельимпорт.ру. Вот, как бы я не рекламирую, просто здесь вот показываю все, что пришло нам. Вот. Еще что хотел показать. Хотел показать, какой клей мы взяли для того, чтобы приклеить. Ну, как бы, какой нам посоветовали. Витонит Stonefix. Вот, хотя здесь написано, что это для искусственного камня, но также для керамогранита и плитки. Ну, нам вот его посоветовали. Посмотрим, что за клей. Уже подробности монтажа и укладки уже в следующем видео покажу, все как сделаем. Все особенности укладки. Вот такой небольшой обзор. Всем спасибо за просмотр. Кто еще не подписался, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующих серий. Вот конкретно уже по укладке. Всем пока!